Слушай, а может это и хорошо, что это вот Цурюпу придавило? А ну этих звезд, честное слово. Снимем, наконец, хорошее кино о прекрасном, о добром, о вечном. Знаете, Илья Петрович, если у нас не будет звезды, тогда действительно мы будем с вами думать только о вечном. Вы что, действительно хотите пригласить какую-то звезду? Но нам нужна звезда, извините. Родион Эдуардович, посмотрите, пожалуйста, туда. Вот! Что вот? А, вот. Что вот? Ну как? Здрасте. Ляпа отвязный. Звезда. Да я впервые слышу про этого ляпу. Ну что вы, это очень известный шоумен. Одиозная фигура. Мастер хэппенинга. Мастер чего-чего? Хэппенинга. Это такая неожиданная выходка. В общем, Петя, нужно срочно связаться с его директором. У него нет директора. Почему нет? Ну, ляпа с ним, знаете, пошутил так нетривиально, и директор теперь в больнице, потому что у него шок. А, я ж про него недавно целую статью читал. Представляете, он своему директору подарил таксу, которая впоследствии оказалась афганской крысой-людоедом. А при чем здесь ляпа? Директор что, не мог отличить таксу от людоеда? Я, между прочим, тоже режиссер, а не кинолог. Неизвестно, что этому ляпе еще в голову взбредет. Вон, пожалуйста, из его интервью. Почитайте, почитайте, вот. Если я прожил день без скандала, то прожил его впустую. Как вам такой девиз? А как вам такой девиз? Снял сериал «Без звезды», смотри его сам. Вы что пить будете? Воду минеральную. А я коктейль «Динамит». Простите, к сыну своему не знаю вашего отчества. Можно просто Ляпа. Видите ли, Ляпа, у меня больное сердце, мне нельзя волноваться. Я бы вас очень хотел попросить, ну, по крайней мере, там, не танцевать на столах, не кидаться в окружающих едой. Хорошо? Да вы успокойтесь, это я на публике буйный. А так я тише воды, ниже травы. Я очень рад от вас это слышать. Разве что тортом в кого-нибудь пульнуть могу. Шутка. Я сладкое не люблю. В принципе, мне сценарий понравился, но он немножечко виловат. Вот если бы туда добавить какой-нибудь элемент шоу, какую-нибудь такую фишечку, там в сценарии койот кричит: «Кто хочет поспорить со мной?» И тут выхожу я и начинаю танцевать. Зачем? Так это же круто! Я танцую, а он в меня стреляет и не попадает, потому что я очень-очень-очень быстро танцую. Видите ли, у нас вообще-то не балет. У нас вестерн. Хорошо. Тогда давайте я его не застрелю, а загипнотизирую. И он умрет. Только я вас очень прошу, покажите, пожалуйста, крупно-крупно мои большие-большие-большие глаза. Я боюсь, что зритель не поймет, как он умер. И к тому же это кинематографически незрелищно, понимаете? Хорошо. Я убью его мощным раскатистым ля. Это как? Я вас умоляю, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Спасибо, не надо. Вам что, не понравились мои вокальные данные? Да нет, мне очень нравятся ваши вокальные данные. А какой у меня верхняя си? Чудесно, 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 чудесно! Ну, как дела? Все в порядке. Как встреча с Ляпой? Нормально. Нормально. Правда, коктейль «Динамит» на него как-то странно подействовал. А где сейчас Ляпа? Переодевается. Ну и прекрасно. А
это что такое? Тихо-тихо, не надо так нервничать. А это ляпа. Ну а что, сапоги чудесно гармонируют с рубашкой, и шляпа так хорошо сидит. Так. Все, начинаем работать. Так, начали работать. Так, тихо всем! Съемка! Так, все, хватит, хватит. Большое вам спасибо. Дайте нам работать. Дайте работать. Вы должны поймать динамит и прикурить сигару, пока горит фитиль. Снимаем все одним кадром, понятно? Я успею, что я динамит никогда, что ли, не прикуривал? Уверяю вас, это будет шоу! Только не очень длинное шоу, иначе фитиль прогорит и потухнет, и все поймут, что это муляж. А говорят, Цюрюпе дали настоящий динамит. Вот поэтому Цюрюпа до сих пор в реанимации. Все, снимаем. Удочку неси сюда. Ну что, все в порядке, можем снимать. Лопушка! Сцена 13-1. Всем тихо, съемка! Начали! Здорово сделан динамит. Я надеюсь, это муляж? Ну, само собой. Я сказал Аполлинарию Павловичу, он заменил. Все нормально, это муляж. 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 Прекрасно. Да. Илья Петрович, Илья Петрович, вот нашел за декорацией. Как там оказался этот муляж, абсолютно непонятно. Подождите, так что, у ляпы в руках настоящий динамит? Илья Петрович, куда вы? Илья Петрович, осторожно. Да, девчата, где ты? Что? Смотри, смотри, ну куда просто? Ай, ложись! Илья Петрович! Илья! Браво! Герой! Круто! Только я не ожидал, что вы так быстро и так резко. Мне понравилась ваша идея. Давайте-ка снимем еще один дублик, а? Фитиль надо было укоротить. Какой красивый!